استاد عبد الرحمن جامی نفات العثمان حضرت القدس شیخ ابو بکر بن عبدالله رحمت الله عنه می فرماید تا هستی مفهوم سوخته نشود و دیده دل به سوزن غیرت از غیر او دوخته نشود خیبت خانه جان به شمع تجلیت که جانان افروخته نگردد زیرا که تخم در آن زمینی که کاشته نکارند و نقش بر کاغذی که نگاشته است ننگارند. Прекрасные слова. Пока воображение, глаз сердца от чуждого Богу не зашит иголкой и ниткой сильно, в уединении души сияние свет Божий не зажгется. То есть пока сердце не зашивается, чтобы туда не попало плохое, куфр не попало, пока человек не бережет это свое состояние души, то сияние света Бога в нем не может зажечься. Потому что, говорит, на землю, в котором уже посеяно какие-то зерна, сеет новые семена, смысла не имеет. Потому что не вырастет на той земле, где уже что-то выросло, семена бросать смысла нету. То же самое, говорит, если на полотне, где нарисован какое-то изображение, нарисовать что-то другое тоже невозможно, потому что уже там нарисована эта картина. Поэтому можно нарисовать картину только тогда, когда полотно чистое, и на чистой бумаге ты можешь нарисовать новое изображение. Здесь также в моих формулах приходит. То джон ро аз куфр тоза накуни, нури хак ро дар дилат таджали наме шават. Из формул, которые мне Аллах Субхану Тааля тоже дает, формула звучит так, что пока душу свою полностью не очистишь от куфра, свет Аллаха в твоем сердце не будет воссиять. Куфр и вера Аллах Субхану Тааля, он чистый. Чистота и грязь никогда не могут быть вместе, никогда. Пока не почистишь полностью свое сердце и душу свою от куфра, не жди, что у тебя свет истины будет сиять. Тавакул он аски ман у ато джуз худой таало набини. Тавакул это то, что запрет, то, что запрещено или дано тебе, кроме как от Бога ничего не видишь. Ну, не надеешься. Все от Бога видишь при тавакуле. Когда полностью полагаешься, все, что к тебе приходит, ты полностью от него принимаешь. Здесь доводы разума бессмысленно. Здесь задавать вопрос, почему так, почему так, смысла не имеет. Ходжа Абдул-Хаки Риждувани. Шайтон ро ба равандагони ро хейдж даст бошат. Савол додан ки шайтон ро ба равандагони ро хейдж даст бошат. Гуфт, хар равандае ки ба сари хад фанои нафс нарасида бошад, чун дар хашм шавад шайтон барвай даст ёбад. Аммо, он раванда ки ба фанои нафс расида бошад, вайро хашм набувад, гайрат буваду, хар куджо ки гайрат бувад шайтон бигрезаду, ин чунин сифати он кас ро мусалам шавад. Керуй барой хак дорад ба китоби худой ро азза ва джалла ро ба дасти росташ гираду суннати Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам ро ба дасти чапаш гираду дар миёни ин ду рушноӣ роҳи сулук кунад.
هر کی بعد از ادای فرایض و هر کسی که دعا کند دعای وی مستجاب شود. حضرت говорит, حضرت задали вопрос над кем, над людьми, которые идут по пути тариката, может ли над ними завладеть шайтан, управлять ими шайтанами, завладеть ими, стать сильным внутри них. Он сказал такой ответ, Хазрат Риждвани, что если солику, путнику, который не достиг, не растворил свой навс, не овладел навсом, не погрузил его полностью, не контролирует свой навс, не достиг совершенства в этом, как только он гневается, шайтан над ним завладеет им и будет уже манипулировать им. Но тот человек, который в совершенстве овладел своим навсом, растворил его полностью и владеет им, он не может гневаться. У него, этого человека, в качествах не будет такого чувства, как гнев. У него будет усердие. А усердие, когда есть в душе человека стремление к ближению к Богу, от такого человека шайтан убегает. И такое качество усердия укрепляет человека на пути истины. И этот человек с правой рукой берет книгу Аллаха, Субхану ва Тааля, левой рукой берет сунну пророка Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, и между двумя этими светами свободно пройдет по своему пути. Дальше Аллах говорит, тот человек, который полностью выполняет обязанное ему, Аллах Субхану ва Тааля, все, что выполняет полностью, дуа такого человека обязательно будет принята. Очень надо быть осторожен, не вредит тому человеку, который чистый, если он помолится, не дай Бог его обидишь, обязательно его примет Аллах Субхану ва Тааля молитву и моментом ответит им, быстро отвечает Аллах Субхану ва Тааля тому, кто больше подчиняется, выполняет обязанности, которые на него возложил. Поэтому не надо ходить кому-то, чтобы за тебя кто-то молился. Ты сам выполняй то, что тебе Богом велено. И ты сам проси, и он тебе обязательно, твоя молитва будет принята. Ходжа Али Раминони, рахматулли анху, ме фармуат, имон чист? Жаваб дот, кандану пайвастан. Хазрат спроси, что такое иман? Он сказал, отрывание и связание. Отрываться и связаться. От чего отрываться? Отрываться от мирского, отрываться, отдалиться от куфра и привязаться к чему? Привязаться к вере, привязаться к Богу. Вот что такое иман. Ходжа Баходини Нахшбанди Рахматуллой Анху гуфтанки дар тарикати шумо захиру зухду хилвату самоу мебошад. فرمود نمی باشد بینای طریقت شما بر چیست؟ فرمود خلوت در انجمن بظاهر با خلق و بباطین با حق سبحانه و تعالی بودن است، از درون سوی آشنا و از بیرون بیگانه وش، این چونین زیبا و روشن کم بود اندر جهان. Спрашивают Хазрата Баудина Нахшбанди Рахматуллаху, в вашем тарикате объявление, то есть громкие крики, оранье, уединенное место, уединиться, пение, песнопение, танцы и так далее присутствуют? Азад говорит, нет, не присутствует в моем тарикате, в нашем тарикате говорит. В вашем тарикате
стоит на чем, говорит, на чем стоит основа, принципы вашего тариката. Азат сказал, уединение в обществе. Внешности находиться с народом, а внутри, в душе своем, всегда быть с Богом. از سلسله حضرت شما به کجا می رسد؟ از سلسله کسی به جایی نرسد. سپوچکا ваша тариката до каких уровней доходит, спрашивали ему. Азат говорит, от цепочки никто никуда не дойдет. Куда-то можно дойти только с помощью Бога, а не цепочка тебя тянет. Это не математические, материальные вещи, чтобы можно своим усилием идти, если Бог не захочет. Таалук, хиджабасту, бехосили, чупайванхоро, виксили, восили. Привязанность тебя к мирскому или к что-то, к чему-то материальному, это бесплодное дело. Когда ты освободишься от этих связей и привязанностей, тогда ты считаешь, что ты достиг. Ты соединился. Максуд азикр он аски бахакикати калима и тавхид бирасаду. Хакикати калима он аски азгуфтан калима мавсуси бакули наф и шават. Бисьор гуфтан шарт нейс. Смысл зикра заключается в том, чтобы человек достиг до истины единобожия, уединения в сердце своем, и польза от этого будет, от искреннего вот этого. От большого количества зикров роль не играет, говорит. Хечиз аз назари авлио غایب نیست بسیری توحید میتوان رسید اما بسیری معرفت دشوار است نیچو نی سکریتا گوارید ات زگلیاد سویتوه سویتوی знают شتو происходит истина знают и кроме к тайнам توحیда единобожия говорит можно дойти но к тайнам معرفата стоянки тариката, самая большая, высокая стоянка, тайна маарифата дойти очень трудно. Ходжа Алаудин Аттар рахматуллах анху хамуши сей сифат, а сей сифат боят ки холи набуд. Я ниадошти хатират, я муталиай зикри дил ки гуя гашта бошад, я хатирати мане مانع نبودن молчание не должен быть свободным от трех вещей. Контролирование своего сознания с мыслей, изучение, то есть наблюдение за зикром сердца, как говорит сердце твое, и препятствие. Чтобы не было препятствий в мыслях твоих, другие мысли не мешали этому, тому, что ты хочешь говорить. Эти роз азон душвор бошат, хотирот ро ман кардан кори кавиас, ва базе баронам ки хотирот ро этиборе нейс. اما نباید گذاشت که تا تمکین گردد که با تمکین سود در مجاز فیض پدید آید. مثلی گوارید اوچین ترودنا استانوید کنترالیروید ای влияние на них
Но не должны допустить, чтобы эти мысли укрепили человека, потому что потом они будут на ним доминировать. Здесь Азрат говорит о влиянии мыслей на человека во время его молитвы, и как они во время молитвы много раз разные мысли приходят к человеку, отвлекают. Бинобар ин доим мутахофизи ахвали батин баяд буд ду худро бей нафас задан тихи кардан зохиро ба амри мурчид дар хузур я гайбат барои нафи хатират аст ки тамкин яфта аст дар батину сабаб биан ин аст ки хар маъни дар либаси сурате бувад ба хар вақти худро ба нафас задан аз хатират мавонеи ки тамкин яфта аст тиҳӣ мебояд кардан. Чтобы научиться контролировать мыслями, всегда защищай, говорит, состояние своей души. Потому что все, что попадает в котел души, оттуда возникает, это моя формула, все, что попадает в котел души, и все, что там испаряется, это мысли человека. Поэтому Азад говорит, охраняйте внутренний мир свой, душу свою. Вся информация, которая попадает в душу, варится в котле души, испаряется, это и есть мысли. Вот от того, чем питаешь ты душу, таковыми будут твои мысли. Потому что каждая мысль обретает форму, изображение свое имеет. Если у человека внутри плохие мысли, а плохие мысли говорят о том, что в душе плохое. Вот смысл, как работать с мыслями. Если хотите, чтобы мысли у вас были хорошими, куфр надо убрать из души, поместить туда веру, любовь к Богу, очистить душу свою, охранять его от попадания всякого информационного мусора. И тогда мысли не будут плохими. Мысли будут очень хорошими. Любая мысль, если у человека плохие мысли, обязательно они приобретают форму. Обязательно в жизни будут плохие события происходить этого человека. Это очень большая тема на эту разговора. Датхуд рафтан асту асхуд рафтан бавасливу табар даро ин асту. Аломат датхуд рафтан از خود رفتن است. Зайти в себя, то есть пойти в себя вовнутрь, это означает от себя отойти. Ну, от то, что отвлекает тебя отойти. Гайбят аз худу хузуро бохак субханава бакадри ишк асту натиджаи мухаббат ма фарта аст ишқи ҳарчи бештар ғайбиятро аз худ ду ҳузуру маъшуқ бештар баъд аз ҳар намоз. В общем, смысл в том, что когда человек чувствует присутствие молится, присутствие делает, когда возникает чувство любовь, и эта любовь чем больше укрепляется в человеке, тем больше у него становится состояние присутствия. Моментом быстро возникает состояние присутствия. У кого душа чище, вот эти мысли, которые не нужны, ему не мешать не будут. Он сразу входит в состояние хал. Сразу это все быстро происходит. После каждого... Бад арьяк намоз бисбор калиме астагфируллах гуфтан мадад аст. Азад говорит, что после каждой молитвы 20 раз говорите слово «Астагфируллах». И это помогает вам говорить. Сайкал баруй ойна боят, на бардастай ойна, йобар пахлуй, ва йобар пашпушти, ва фойда надорат. Говорит, зеркало нужно чистить поверхность, а не заднюю сторону, не бока его, а именно, то есть нужно чистить саму душу.
смысл говорит. در این زمان با ذکر خفیه که مشغولم با میده میگویند نه با دل. مقصود بسیار گفتن نیست. Здесь говорит о зикре, говорит, люди зикр занимаются таким видом зикра, что они через свой желудок говорят, а не сердцем своем. И человек должен научиться говорить сердцем зикр. Не языком тела, а языком сердца. И не желудком, а именно сердцем. Смысл зикра не говорит много, утомлять себя физически говорит. А именно говорит сердцем. От количества не зависит. Здесь качество важнее. Говорит Азат. Даряк нафас сейбор гуян ла иллаха илла. Аз тарафи рост огоз кунанду бадил фуруд оранду. Мухаммад Расулулла аз джаниби чап берун орад. Ба муджахидаи каме шават пеш аз субху бад аз шам дар хилвату фарагат аз халк. На одном дыхании, то есть на одном дыхании, что такое на одном дыхании? То есть на одном вдохе и выдохе можно говорить три раза слово «Ля иляха илля», начиная с правой стороны и завершая слово «Аллах» в сердце. Мухаммад Расулулла начинает слева, говорит, и в сторону сердца направляет. И это делать можно после утренней молитвы или после вечерней молитвы, в уединении от народа, от лишних разговоров. Шейх Атор мегуят, сад хазарон катраи хун аздил чакит, то нишон, нишони катрахой зон йофтам. Азад Атор говорит, рахматуллах анху, сотни тысяч капель крови из моего сердца покапало, пока признаки тех капель любви я нашел. То есть столько, говорит тот смысл, что столько зикр я сделал, тысячи капель, чтобы нашел следы тех капель, которые мне нужны были. Йо дар як нафас нух бор, йо ки аж дах бор, агар натиджа надихат, асар гират. Токай гури мардон ро парасти, багирди кори мардон гарду расти. До каких пор вы говорите, вы идете по могилам святым? Идете у могил, просите, говорит. Почему, говорит Азрат, вы их знания, вы их делами не следуете? Зачем вокруг этой могилы ходить, болтаться? Лучше берите его книги, лучше, говорит, берите наши книги, то, что мы вам говорили, делайте. Это больше приносит, чем идти к этим могилам. Талхин кардан джоис асу дарвешон ро, хар нафас аш нафаси охир аст. Внушение наставлений святых принимает при пользу имеет. А дервишев каждое дыхание. Дервиш так живет, что каждое дыхание может считает он для себя самым последним. Поэтому у него больших надежд нету на этот мир. Легко живут эти люди. Иншаллах, книга Азрата продолжается. Будет время, продолжим. Саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.